арестован армянский шпион. В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в государственной измене гражданина Азербайджана Закиева Айдына Закиоглу, 1970 года рождения, шпионившего в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности и обороноспособности Азербайджанской республики. Об этом говорится в заявлении Службы государственной безопасности. Согласно заявлению, установлено, что Закиев получил задание стать посредником в привлечении других лиц к тайному сотрудничеству с этим органом спецслужбы, однако его задержание предотвратило эти преступные действия. В ходе расследования выяснилось, что после того, как Закиев согласился на тайное сотрудничество с представителями спецслужб Армении, в соответствии с взаимной договоренностью, он путем выполнения заданий, передаваемых через лиц, находящихся на территории третьего государства, передал вражеской стороне полученную информацию о конкретных случаях комплектования личного состава вооруженных сил Азербайджана. Организовал распространение лживой информации в виде заранее целенаправленно подготовленных специальных текстов, нацеленных на создание в стране конфликта на этнической почве, оказав тем самым помощь армянским спецслужбам. Айдын Закиев был привлечен к ответственности по статье 274 «Государственная измена» Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Решением суда он арестован. В настоящее время по данному уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.